С вами Топ Хайп, и в этом выпуске вы узнаете, что о вас говорят формы ваших частей тела. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, насколько вы уникальны. Номер 1. Форма головы. Продолговатая голова. Ширина лба имеет примерно такую же форму, как и ширина подбородка. Обычно это говорит о развитом интеллекте, чувствительности и уравновешенности. Люди с таким типом головы расчетливы и рассудительны, обладают организаторским талантом и целеустремленностью. Квадратная голова – признак мужественности и некой суровости. Люди с таким типом обычно несговорчивы и настойчивы, прямолинейны и откровенны. Их яркая черта – это решительность. Круглая голова говорит о мягкости, добродушии и миролюбии. Основная черта характера людей с таким типом головы – готовность помогать другим. Им присущи бескорыстие и решительность. Они не стремятся к славе, любят комфорт, хорошую компанию. Вместе с этим им не чуждо и честолюбие. Номер 2. Форма бровей. Обладатели бровей наподобие тех, что у Брэда Питта, натуры чувствительные, отзывчивые и чуткие к проблемам окружающих. Вот только с принятием решений они всегда испытывают трудности. Но уж если на что-то решаются, то железно стоят на своем. У дам эти мужчины пользуются большим успехом. Широкие брови с изломом. Обладатель столь выразительных бровей по натуре энергичен, великодушен, щедр и заботлив. Если дело доходит до жизненных принципов, с ним лучше не спорить. До последнего будет стоять на том, во что верит. Когда же дело касается личных проблем, предпочитает действовать в одиночку. Сексуальной харизмы и мужского обаяния хоть отбавляй. Успех такому мужчине обеспечен всюду, но лучше всего его натура проявится на артистическом или политическом поприще. Широкие прямые брови. Мужчина с толстыми прямыми бровями все держит под контролем. Работа в силовых структурах или служба в армии – это его призвание. Он напорист, щедр и уверен в себе. Упрям и авторитарен. Требует тотального послушания в работе и в отношениях. Впрочем, в своих решениях обладатель совалиных бровей, как правило, справедлив. Так что подчиняться его воле можно без опасений. Номер 3. Форма пальцев. Палец А. Если у тебя такая же форма пальцев, как на рисунке А, то, скорее всего, ты скрытный человек. Не любишь рассказывать о своих планах и мечтах на каждом шагу. Такую информацию доверяешь только самым близким. У тебя большое сердце, и ты готов пожертвовать собой, если это понадобится. Как правило, люди с такой формой пальцев честны и добры, а также у них отменное чувство юмора. Палец Б. Если форма твоих пальцев больше всего похожа на вариант Б на рисунке, скорее всего, моментами ты бываешь не уверен в себе. Но если тебе действительно что-то пришлось по душе, тогда ничто не сможет остановить тебя. Тебе нелегко общаться с незнакомцами, но зато близким людям ты готов посвятить все свое свободное время, а они при этом очень ценят и уважают тебя. Ты сильный человек, который с честью выйдет из любой ситуации, а также можно только позавидовать твоей настойчивости. Палец С. Если форма пальцев у тебя совпадает с рисунком С, то ты настоящий ангел мира. Помогаешь людям найти взаимопонимание. Также тебе свойственна эмоциональность и легкое отношение к окружающему. Ты личность с тонкой душевной организацией. Для тебя важно счастье всех людей вокруг. Еще ты обладаешь хорошим художественным вкусом и высокими умственными способностями. Кстати, не забывайте, что по традиции канала Топ Хайп комментарий нашего подписчика, который не соберет ни одного лайка, лично от меня получит 2000 рублей. А вот победитель предыдущего выпуска. Проверяйте комментарии чаще, и, возможно, именно вы станете победителем этого выпуска. Номер 4. Форма носа. Длинный нос. Общие черты – уравновешенность и стремление к власти. Активность в сексуальном плане. Гордость, утонченный вкус и отличное чувство юмора. Деятельность, серьезность и ответственность. Короткий нос. Общие черты – это гибкость характера, импульсивность, открытость и привлекательность. Вы открытая душа и оптимист. Большой и длинный нос. Общие черты – это своевольность, упрямость и высокие требования к окружающим людям. Номер 5. Форма ногтей. Представители овальной формы ногтей мечтательны, сентиментальны и эмоциональны. Они объективны в своих суждениях и оценках, но в то же время всегда готовы побороться за справедливость. Не выносят жестокость и живут в своем идеальном мире. Также верят в неразрушимые идеалы. Повезет тому человеку, который сумеет разглядеть такой характер и понять его душу. Люди с квадратной формой ногтей уравновешены и сохраняют спокойствие даже в самых стрессовых ситуациях. Они остроумны, любознательны, высоко эрудированы, внимательны и подозрительны. Они очень ценят свою свободу и независимость. Всегда нацелены на результаты, смело идут вперед, не оглядываясь в прошлое. Прямоугольная форма ногтей говорит о трудолюбии, оптимизме и энергии. Такие люди любят все новое и необычное. Они деятельны и исполнительны, часто вызывают зависть других. Среди особых черт характера также стоит отметить максимализм, доброту и доверчивость. Трапециевидной формой обычно обладают люди с высокой самооценкой и чувством собственного достоинства.
Это придает уверенность в своих силах, но заставляет других людей сторониться их. Такие люди впечатлительны, любят искусство и натуры очень творческие. В этом выпуске мы обсудили далеко не все формы тела, так что если вам интересен такой формат, то давайте попробуем собрать 5000 лайков для второй части видео.